Всем привет из Калифорнии! С вами снова я, ваша супербелка. Сегодня я у себя дома и хочу сделать маленькое видео и пригласить в комнату к дочери. Моей дочке в августе будет 7 лет. Вот. Некоторые подписчики меня просили, чтобы я показала, как я обставила комнату дочери. Итак, прошу в комнату к Селинке. Так, вот здесь вот комната Селинки. Она каждый день меняет разные картинки. Также вешает на дверях обязательно, чтобы ее никто не беспокоил, пока она не выйдет. Привет, Селинка. Привет. Вот. Я к тебе в гости пришла. Сразу с дверей покажу. Вот такой вот пол у нас. Вот такая вот кроватка. Привет. Привет. Can I show your room? This is my bed. Yes. Lovely. Big bed. Так, я сейчас покажу вот сразу у входа. Вот кроватка ее стоит. Хочу заметить, что мы перестановку делаем каждые 2 месяца. Вот, потому что когда мне становится скучно, я обязательно перестановку делаю у Селинки в комнате, потому что она еще маленький ребенок, и чтобы не скучно было, тем более девочка. Вот, начну с того, что мы купили эту кровать. Смотрите, специально я захотела вот такую кровать. Почему? Потому что 3 года назад покупали, когда наша дочка еще в школу не пошла. Вот, а в этом году она идет, уже перешла во 2 класс. Вот, почему? Потому что, во-первых, я не захотела маленькие детские вот эти вот кровати, стандартные детские. Это для взрослых кровать. Вот, как видите, тут спокойно, ну, 2-спалка. И почему не захотела? Потому что дети очень быстро растут, во-первых. Во-вторых, у меня дочка очень, ну, акселератка такая, в классе самая высокая. Я знаю, что дети быстро растут, к тому же она у нас спит, как говорят, циркулем. Вот. И маленькая кроватка вот явно не для Селинки. И потом, чтобы было удобно вдоль и поперек, а потом же начнутся вот эти вот... Когда они ходят в Америке, очень распространено в гости с ночевкой, дети друг к другу ездят играться. Вот тогда, чтобы она с подружкой могла вот лечь вместе поспать, им интересно будет. А потом у нас, если приедет бабушка Селинки, вместе они могут лечь спать. А вот в прошлом году приезжала Селинкина тетя, то есть младшая сестра моего супруга. Вот. И иногда, когда супруг ночью начинает храпеть, я сюда убегаю к дочке. Да даже если не храпит. Иногда бывает, что то супруг хочет поспать с дочкой вместе, то иногда я хочу вот обнять ее, вместе с ней поспать. Вот. Эта кровать удобна тем, что не надо менять его уже потом, вот как вы поняли, да, это для взрослых кровать. Почему вот такие вот, именно вот такую выбрала? Потому что, чтобы, вот как видите, купила в магазине, где продают материалы, вот такие вот органзо розового цвета, потому что девочка, и ничего не делала, просто вот повесила там, вот. Кстати, уже у нас готовы другие материалы, другая концепция скоро будет. Я буду менять уже по-другому. Вот сейчас у нас так, как лето, весна-лето в этом году, мы решили
вот так вот украсить птичками, как вы видите, вот здесь вот виноградину ест птичка. Вот птички у нас, бабочки, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот там тоже вот висит бабочка. Вот такая вот весна-лето концепция у нас такая в этом году, лето тем более. Дочка сама что-то делает, вот вешает. А вот это вот я привезла с Мексики давно, несколько лет назад. Это ручная работа, это из дерева вырезанное и покрасили. Очень-очень такая вот яркая вот, яркий аксессуар такой. Повесили дочке тоже. Ну там Мишка, когда она была маленькая, ей дарили. Вот такая вот сама кровать. Вот, домашние тапочки, Селинки. Всем привет от Смоки. Смоки король. Куда хочет, туда и залезет. Вот, а потом я предпочла вот такой вот половичок. Он такой органик, такой натуральный, из натурального материала. В смысле, нитки соткан. И я привезла из Турции. Его можно в машинку, и каждый месяц я стираю. Вот. Смошка бегает. Также из IKEA я купила вот такую вот парту для Селинки, да? И вот такую вот тумбу. Смотрите, вот такая вот тумба. Тут книжки ночью читать, чтоб Селинке. Смошка, привет. Смошка. Ты бандюга такой. Вот, что ты сейчас считаешь? Wonderland Fill World. Да. Wonderland Fill World. Угу. Книжка только мы с library взяли. В общем, вот такая вот двухспалка кровать. Очень удобная. Вот. Можно также на вешалку повесить длинное, если вы хотите украсить, да, в комнату. Можно на гвоздичек повесить вешалку, а на вешалку платье какое-нибудь длинное для принцессы или любимое платье вашей дочери. Такого цвета можно подобрать, чтобы это было как украшением, чтобы это напоминало, вон смоки играется. Вот эта зона, где ее картинки, которые она сама вон рисовала. Вот. И обязательно, вы всем вам известно, конечно, обязательно нужно ставить в детской комнате вот такой вот парусник, да, углом к кровати, к парте, где ребенок домашнее задание делает, потому что, ну, по фен-шую. Вот. Вот такое вот место. Очень недорого, очень удобно, вот с такими раздвижками. Вот такая вот парта с IKEA. Я уже не помню, за сколько мы покупали. Если будет вам интересно, я напишу вам вот под видео. Ну вот, комната в розово-фиолетовом тоне, как вы заметили. Вот. А тут у нас, смотрите, стена стеклянная. Ну, вы уже давно поняли, что у меня в доме все стены такие вот внешние стеклянные. У нас с каждой комнаты есть выход на балкон. Вот здесь вот двери открываются, и можно выйти на балкон. Я могу вам показать улицу. Вот это наш балкон. Вот отсюда вот, вот я вам сейчас покажу. Отсюда вот поднимается дорога вон туда, которую мы едем в Сан-Франциско. Очень зеленая часть, эта часть, деревья. Вот. А там на той стороне, смотрите, это наша столовая, как аквариум. Если вы все помните, все наши посиделки именно в той. Вот. Также
Вот здесь вот Сиринка очень любит слушать музыку. Ее маленький старый магнитофон по наследству досталась от папы, ее светомузыка. Она приобрела в этом году гитару, хочет, ну, интересуется гитарой. Она уже, смотрите, обклеила всю свою гитару наклейками. В общем, сейчас она учится играть на пианино, берет уроки. Но заодно вон купила гитару. Надеемся, что будет интерес не пропадет и к гитаре, и к пианино. А вот здесь вот у нас встроенный шкаф. Это во всех, вы знаете, американских домах встроенные шкафы, что никаких шкафов покупать не надо. Очень-очень удобно. Кстати, я вот эти вот наклейки 3 года назад клеила. Мы с дочкой сами клеили. Тогда у нас концепция здесь в комнате была Микки Маус, Минни Маус. Тут и игрушки все были с Микки Маусом, с Минни Маусом. Кстати, вот здесь вот, где железки, да, на кровати, везде мы протыкали вот этих вот игрушек. Очень было весело, когда, знаешь, Сиринка спит, а там везде были Минни Маусы, Микки Маусы, разные-разные. Тогда концепция была другая. А сейчас вот я хочу убрать все эти наклейки, потому что она выросла с этого возраста, когда было модно эти Микки Маусы и Минни Маусы. Что Сиринка тут открытым оставила, сейчас я закрою. Что у нее тут играет, не знаю. Вот. И вот планирую еще новые наклейки, более такое подходящие к ее возрасту. Вот. А вот эта подставка для телевизора, в принципе. Вот. Ну, конечно, нежелательно ребенку иметь в комнате телевизор, потому что, ну, нельзя. Вот, пока. Со временем, когда у нее будет телевизор, мы, конечно, сюда поставим телевизор. Сиринке подарим телевизор. Но эта подставка Сиринке досталась от ее старшего брата, от моего сына, студент, который уехал, живет отдельно. И это его подставка, с его комнаты был телевизор. Вот, это ее игрушки. Ну, шкаф я Сиринкина не буду вам открывать, показывать, потому что это личное уже пространство Сиринки. Ну, вот так вот обставила комнату. Можно сделать балдахины, кстати. В следующий раз я планирую сделать балдахинами и закрыть вот это вот место, вот так вот балдахином закрыть, вот здесь вот собрать. Полностью могу закрыть. Я уже, у меня целый рулон материала, тюли, да. И мне не нравятся ковры. Вы знаете, так как я аллергетик, я очень-очень чувствительна к пыли, ко всему. Для меня важно, чтобы пол блестел, чтобы я все видела, где какой волосинок упал или где какая грязь. Вот, например, вот эту вот взял и постирал каждый месяц. Я стираю, очень удобно. А если бы был бы ковер, то, ну, вот эту вот постелила фиолетового цвета, мягкая, чтобы не холодно было дочке. Ковер, она же будет пыль собирать. Потом эту ковер чистить, конечно, нелегко. И поэтому я предпочла пока вот такое. Но если ковер и захочу, то потом позже, я думаю. Пока вот так вот у нас очень скромно, вот, но красочно. И что самое важное для меня и для Сиринки, что каждый раз можно менять концепцию. Например, можно зимой на Крисмас украсить там лампочками вот эти вот поверхности, да, ночью как светильник будет. А потом снежки повесить, в общем, звезды повесить, вот эти зелень убрать. В общем, каждый сезон можно менять концепцию. И поэтому специально мы выбрали эту кровать, чтобы не было скучно. Немножко подрастет, она сама уже начнет сама себе придумывать концепцию и веселиться с подружками. Кстати, хочу также заметить о том, что все в классе подружки у Сиринки, соклассницы,
прямо рвутся к нам в гости домой. Почему? Потому что они приходят и мерят вот эти вот многочисленные платья принцесс разных, да? Бабочки, костюмы, там фламенко, костюмы. Господи, очень много костюмов. В Америке, конечно, очень много, дешево. Их всех можно достать. И поэтому большая очень комната, они сами закрываются и открывают гардероб, и у них начинается фэшн-шоу. После чего я 2 сутки убираю и очищаю после них, конечно. Вот. Вот такие вот дела. В следующий раз я приглашу в другую комнату. Я думаю, на сегодня все. Также хочу сказать о том, что выбрать спальню, готовую спальню, готовую кровать, вот разные есть, да, для девочек, для детей, полностью гарнитур поставить, конечно, может каждый, вот. Но мне лично это на все готовое пойти, купить и поставить, это очень скучно, вот. Вы знаете, что я не люблю правила, вот, и стараюсь на все готовое не сесть, а что-нибудь самому привнести, думать и придумывать что-то интересное. Не обязательно, чтобы это было дорого. И тем более, если средства ограничены. Вот. В общем, я решила не прибегать к стандартам и купить там готовый гардероб, готовую спальню там же есть. Это очень просто и легко. Вот. Есть разные цены, конечно. Ну вот когда своими руками что-то вот, не то что своими руками, когда что-то разное берешь и соединяешь, что-то вот придумываешь, это гораздо интереснее. Берешь от этого удовольствие. И все равно надо же сначала попытаться, по крайней мере, уже потом уже покупать все готовое, если что-то у вас не получается. Вот. Ну а пока вот. Кровать где-то, я помню, кровать мы покупали где-то за $314, что ли. Я уже не помню, где-то 320, 300, там что-то было. Ну, в общем, $400 не было. Вот эту вот кровать. Вот такие вот дела. Вот с вами были мы. Супербелка с Селинкой. Всем пока-пока! Пока-пока! Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Мы еще во многих местах побудем. Или же просто у меня в гостях побудете. Ой.